Ребята, всем привет, с вами Александр, и сегодня мы познакомимся с панцирным динозавром, а точнее я бы его назвал ежиком мелового периода. И сейчас вы о нем узнаете больше. Зовут это существо надозавр. Надозавр в переводе означает узловатый ящер. Это род травоядных динозавров, как и все, в принципе, панцирные динозавры. Он был травоядный, имел панцирь, который состоял из костяных пластин, которые были разбавлены некими узелками, почему его так и назвали, и, в общем-то, образовывали такую вот броню на его спине. В отличие от анкилозавров, которые появились намного позднее, ну, так, миллионов через 40 лет, он не имел булавы на хвосте. Питался в основном мягкой растительностью, а имя этому динозавру присвоил американский ученый еще в 1889 году Чарльз Гафаниил. Из особенностей его брони стоит отметить то, что пластины увенчивались в неком роде шипами, что давало ему дополнительную защиту от врагов. Имея, конечно, такой толстый панцирь, динозавр передвигался, конечно же, на четырех ногах, у которых было по 5 пальчиков на каждой ноге. У него была довольно короткая шея и мощный хвост, а основную часть его тела занимал огромный желудок, кишечный тракт, в котором он, скорее всего, носил довольно много костей, которые помогали ему перетирать растительную пищу, потому что зубки у него были, честно говоря, слабоваты. Бытует мнение, что из-за отсутствия булавы он был, в общем-то, слабоват, был, так сказать, беззащитен против крупных хищников, но не зря я его назвал ежиком мелового периода, потому что, скорее всего, во время опасности он просто ложился животом на землю, прижимал лапы как можно ближе к туловищу, стягивал шею, и, в общем-то, так получался вот такой вот ежик. Ну, так, собственно говоря, ежики делают, они просто там скручиваются в клубок, либо просто там прижимаются к земле, и на поверхности остаются одни иголки. Ну, как у нас, собственно говоря, броня с шипами. По поводу археологических раскопок было обнаружено два частично сохранившихся скелета динозавра на территории США в штате Канзас и Вайоминг. В 2011 году в Канаде шахтеры обнаружили хорошо законсервированную мумию динозавра, чей возраст оценили примерно в 110 миллионов лет назад, и полтора года назад, всего лишь полтора года назад, его окаменелости выставили в канадской Альберте, где можно на него полюбоваться. Что же касательно технических характеристик нашего бронеёжика, его длина была 5-6 метров, высота около 2 метров, вес примерно 2,5 тонны. Да, и вот глядя на его окаменелости, реально, да, так большая часть в очень хорошем виде сохранилась. Да, видна голова, видна его практически там вся спина, часть хвоста, и вот эти вот даже пластины и шипы видны. Очень хорошо. Кстати, даже, по-моему, кишечник сохранился. Вот такой вот у нас динозавр, ребятки. Но перед тем, как мы продолжим, рекомендую посетить канал Дарта Сидиуса. Темный Владыка снимает видео, посвященные доисторическим существам, динозаврам. На канале вы найдете как летсплеи, так и визуальные энциклопедии по вымершим существам. Перейди, подпишись, помоги начинающему ютуберу. Ссылка в описании. Ну а мы продолжаем. Давайте-ка мы сначала глянем на анкилозаврика. Сразу видно, что это у нас анкилозаврид, да, у него есть булава. Такая отличительная черта. Так, чисто для разнообразия, да. Взглянули на анкилозавра. Так, вы поняли, на кого мы взглянули. Так, ну, наверное, самого анкилозавра у меня сейчас нет, наверное. Так... Ну, скорее всего, нет. Ладно, давайте тогда идем к нашему герою сегодняшнего выпуска. Вот он у нас где. Так, вот так вот выглядит. Ну, мне нравится, как он выглядит. О, текстурки подгрузились. Он хорошо выглядит. Прекрасный парнишка. Так, вот 20-й вообще в зелененьком варианте вообще божественен. Ну, как вы знаете, он намного более древний, чем анкилозавр. Ну, и вот 30-й. Да, я же помню, обращал внимание, что вот на первом уровне здесь у него на боках есть вот такие вот пластины, да, а на 30-м, не, они еще есть, но, по-моему, на 40-м или где-то этих пластинок станет меньше. Давайте сейчас мы сравним то, что мы узнали, то, что здесь пишет, узловатый ящер, да, это мы знаем, относится к семейству анкилозавридов, тем самым, ну, там далекое там родство, связано родством с знаменитым анкилозавром. Родство далекое очень, у него там инфоотряд анкилозавриды, по-моему. В отличие от анкилозавра, у надозавра нет булавы, ну, в общем-то, все то же, что я вам, ребятки, и рассказал. Ничего нового нам здесь разработчики не поведали, так что давайте-ка мы будем... Ух ты, у меня тут даже есть уже небольшой запас
останется кто-то после слияния. Так, слияние, точно, сейчас мы делаем слияние и идем сражаться. Чуть не забыл, а то уже разогнался 40-го делать. Нам уже нужно посражаться им как можно побольше. Прощупать эту мощь. Короче, как какой-то прям, не знаю, инопланетянин. Итак, у нас есть 2 30-х. Так, 1900, ну смотрите, он на вот всего лишь на 30 уровне, как обычный какой-то легендарный динозавр, да. 1900 на 600. Хорошо, тогда давайте пойдем посражаемся на 600. На 600. Свирепость по атаке. Давайте-ка возьмем травоядные. Не так уж много травоядных, да, которые бьют больно. Так, вот есть у нас вот такие вот существа. Так, а теперь давайте все юрские. Так, посерединке нам кого взять? Если попадется хищник, нам бы амфибийку какую-то сюда втулить. Такой средней тяжести удара. Чтобы она была по балансу похожа, что-то тоже ударом силой под 600. Желательно, чтобы было побольше жизни. Вот так вот давайте. Давайте полюбуемся. Так, у нас еще антарктопель-то есть, кстати, да, тоже, как бы, тоже древняя тварючка. Кстати, у нее головы тоже на хвосте нет. Антарктопель-то. Так, ой, не посмотрел, какого уровня у нас противники. Так, летунов у него нет, так же самое, как нет у меня хищников. Он бьет больно, он меня за 2 удара выносит. Это нехорошо. Надо защищаться. Вот, он и хотел это сделать, подлец. Нифига. Не поддамся. Так, ну давайте мы пока что принесем его в жертву первого. Ах ты хитер, гад-то какой. Да. 2 балла приберег, подлец. Интересно, поставил защиту? 1 поставил. Вот хитрый какой. Так, у Найринг, ну, тоже довольно живучий. У него существ жизни побольше-то, чем у нас. 5. Атакует на 3. Блин, вы посмотрите. Гаденыш-то какой хитрый. Ах ты, ё-моё, пробьет, наверное. Точнее, мы его не пробили, выжил. Хитрый какой у нас попался противник. Проатаковал на 3. Давайте так сделаем. Ну ты гад. Я-то думал, он перенесет этот балл. Так, ну нам надо делать как-то так же само. Я не понимаю, зачем он это делает. Ему нужно было просто все баллы вот сейчас перенести. Вот этой фигней не заниматься. Блин, он меня пробьет или не пробьет меня? Диплотатор. Вот в чем вопрос. У него удар сильнее, чем 500? Нет, не сильнее. Но опять же, то есть мы его можем за 2 пробить, как и он нас. И мы только что победили. Он какую-то глупость сделал. Противник так хитрил, что сам себя перехитрил. Ха-ха-ха! Линка топ, правда? Выкрутился. Хотя думал, что нам уже будет хана. Ну ладно. Старание и труд, все перетрут.
это было очень важно и очень ценно. Где ты, наш дорогой? Эволюционируй-ка, пожалуйста. А музыка, чем мне кто-то сбежал, да, точно. Уже там красным мигает. Ну, честно говоря, иногда эта штука задалбывает. Она должна быть, наверное, пореже, чем она есть сейчас. Так, вот такой вот у нас получился. Он похож на анкитрозавра, по-моему, из Jurassic World Alive. Кто там? Кто там? Этот сбежал. Ну, давайте посмотрим. Он, по идее, простой. Алангозавр. Заработаем немножко генов. Ну, в принципе, у кого можно гены зарабатывать так. Потихоньку. Ну, какие-то там награды, да. Ничего себе, я даже эту штуку попал. 60x3 у нас уже. Вау, мы сейчас в зеленую зону попадем. Ну, один я пропустил, ну, мышка и валена. Чувствительность другая. Опа, соточку. Так, идеальная поимка у нас. Ой, музыка прям как в Звездных войнах, ребята, была только что. Это еще кто такой? Претродон, ё-моё! Отлично. Поймаем его как-нибудь попозже, у нас тут дела поважнее есть. Так, надозавр. Ну, давайте, качаем надозавра. Ура, у нас максимальный надозавр. Ух ты, он хрумает, слышали хруст? Так, вот такой вот у нас, короче, максимальный надозавр. 2700 на 844, ребятки. Ну да, по бокам шипы, шипы, шипы. Ну, очень похож по форме на анкитрозавра. Очень. Кто согласен, ставим лайк, ребята. Так, ну что, давайте, давайте еще этого прокачаем, раз они уже есть, будет... Будет 20-й. И пойдем посражаемся. Еды хватает, это радует. Так, ну идти надо сразу на 10, чтобы был. Итак, у нас есть два надозавра. Один 391, а второй 844. Так. Сортируем. Нет, по атаке. Травоядные. Так, вот первый и 800 с копейками, да, то есть довольно, довольно крепкий, смотрите, он возле аморгозавра у нас оказался и амфибии. Сюда сейчас мы впихнем какую-то амфибию. Так, ну к первому у нас подходит, конечно, больше. Ладно, тут надо амфибию такую более мощную брать, да? Ну вот так сейчас будет. Довольно крепко у нас тут. У нас тут 300... где 300 700 900. Противник мощнее. Вот смотрите, он моего надозаврика легко пробивает чуть ли не за один удар. Как-то не по балансу получилось. Ну, противник хотя бы не такой хитрый, как был в прошлый раз.
Так, раз, два, три. Блин, будет, конечно, не очень прикольно. Мне мастодонзавра терять нельзя. Но на следующий ход я подменюсь. А, у нас индрикаторий бьет слабо. Это хорошо. Давайте попытаемся отсидеться. Смотрите, какой довольно крупный выглядит мозазавр, хотя он не такой гигантский, как индрикатерий. Индрикатерий у нас вообще там может быть там 15 тонн, 20 даже. Так, ну вот этого парнишку мы тогда сейчас съедаем. Раз-два, раз-два, раз-два-три. Я думаю, этого не хватит. Ну, так, 4. Ого, 6 баллов у него. Он сменился, у него 5 баллов. И не проатаковал. А мы его пробили. Вообще идеально. Так, теперь ему нужно пробивать 2700 на дозавра. Это, конечно, сделать легко. На 4 балла. У него 4 останется. А я его пробью. Я его пробью, у меня 6. У меня 6, и мастодонзавр это сможет сделать легко. Вот так. Мы перехитрили нашего противника. 100% победа. Крутись, вертись, суперприз нам попадись. Супер бифштекс. Так, ну чё, ребятки, вот такой вот у нас получился надозавр. Давайте мы прочитаем последний этап, я не забыл, вы, наверное, про это подумали, да? Окаменелся надозавр впервые были обнаружены в 1889 году в штате Вайоминг и дал ему название какой-то там с фамилией человек. Да, то, кстати, о чем я говорил. Ой, не туда. Я вот говорил о чем, что на 10, 20, 30 уровне у него бока бронированы, вот эти вот наросты костяные есть, а на 40 уровне у него на коже нет нифига. Даже на ногах, здесь смотри, даже на ногах вот эти вот есть наросты, а здесь их нет. Вот так вот, защита дала сбой. Шипы выросли, а бока стали более незащищенные. Кто со мной согласен, ребятки, ставим лайк. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.